Всем привет, я с вами Ван Винклер, сейчас будет новая серия Будни моделиста, уже 139-я серия. Прямо сейчас у нас уже понедельничек, я собираюсь в шарагу, вливаю себе, так сказать, чаечек, собираться в шарагу и уже надо туда скоро будет выезжать. Возможно, ко второй паре, я пока не знаю, посмотрим там, что будет дальше. В общем, ребятушки, приятного просмотра. У меня тут поезд херачит вовсю, вот красивый дом. Короче, у нас снежочек выпал, ну, как бы уж давно. BMW X6. Ребятушки, скоро будет обзор. Вот, давайте разбудим, так сказать, попугая. What's up, попугай? Чё ты где там? О, пошел, вот он, смотри, о, какой мощный вообще, what's up, bro? Короче, попугая разбудили, все, ребятушки, я погнал, сейчас я, так сказать, вкинусь карточками супергоночки, блять, они рассыпались, и погнали. Вообще-то да. Всем привет, ребят! Продолжаем нашу серию «Будни моделиста». Я занимаюсь тем, что я снова... Да. Я снова все возвращаю обратно, ребятушки, модели на место. Я надеюсь, что хотя бы на этом я прекращу их убирать постоянно с полок. И вот я уже хочу, чтобы это устаканилось так, чтобы они все время стояли вот так. И пусть так стоят. Все, реально, я уже просто не хочу больше перебирать. В общем, вам уже можно показывать, собственно, гараж на подоконнике. Он вот в таком состоянии. Mazda, по-моему, она даже немного покосилась. Ну, в плане того, что она, короче, как-то изменила свое, так сказать, положение в гараже. Вот, ее такое ощущение, что даже ветром сдуло. Она прям криво стоит, вот, снег навалило. В общем, эксперимент проходит удачно. Я, как вы поняли, уже занимаюсь, так сказать, уборкой, вот всякие фильтра, отжиги всякие. Еще вот такая вот всякая тема. И, в общем, будем с вами заниматься уборкой, ребят. Поменять лампочку. В общем, так сказать, живем, ё-моё, живем. Вот. Короче, ребятушки, реально, вот, короче, шорты, это прям тема, серьезно. Я офигел от того, как они быстро набирают просмотры. И это очень круто, потому что канал развивается быстрее гораздо. Это вообще шикарно, поэтому я буду продолжать снимать шорты однозначно. У меня еще куча идей для них есть, поэтому ждите. Еще я уже как бы заранее скажу, что я отснял уже шорты примерно на 10 дней вперед еще. Вот, так что каждый день шорты выходят, ребятушки, стабильненько. Вот, ну и параллельно еще монтирую, естественно, видосики обычные. И, собственно, вот снимаю для вас тоже вот по типу этой даже серии «Будни моделиста». Естественно, подписываюсь на телегу, ссылочка в описании, там выходит очень много крутого контента. Я прям реально стал вести телегу, там прям очень круто. Повседневный, так сказать, контент из жизни. Вот, так что заходите, переходите, там прям все часто стабильно выходит. В общем, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем стараться вот сюда ставить модели, разбирать полочки, столик разбирать, шмоточки тоже, столик, надо все это разобрать. Занимался уборкой, нашел тут свой недострой, это у нас, точнее, недострой, долгострой, это четвертый Skyline, от жады, нужно его доделывать, он на спеках, у нас на руле, на обвесе, вообще тема. Также жига, которую, думаю, вы помните, она тоже нуждается пока что в доработках, она пока вот в таком состоянии, которую мы сжигали на Новый год. Еще есть вот такая вот, ребятушки, смотрите, почти без краски. Семерка тоже. А сейчас настоящий эксклюзив, короче, ребятушки. Мой старый проект Жигазавр. Ну, флекс. Вмятина. Короче, что вам показаны аэрографии капота? Фары от семерочки. В общем, очень прикольная шестерочка, над которой я от души поиздевался. Стекло, которое было заклеено скотчем. Ну, в общем, Жигазавр, пацаны. Тут даже вот Сильвия написано. Ну, короче, нормально. А еще сейчас просто нонсенс. Самопальная пятерочка, ребятушки. Опа! Это пятерочка, короче, собранная из жопы от семерки и морды от четверки. Это прям вот настоящий раритет, я вам даже бы так сказал. Потому что такого вы хрен найдете. Это чисто кастом. Чисто кастом. Как говорится, вот это прям вот реально круто. Тройку сделать она только что вот. Ну, так сказать, только что. Я ее год назад грунтовал. Я думаю, вы помните, в каком видосе. Вот, короче, надо ее сделать, и все.
Смотрите, ко мне есть труба. Опа. Это вот от этого плакатика. Очень сильная тема, короче. Вообще такая прикольная трубочка. Вот. Ей можно просто... Просто вот так вот. Чего только нельзя сделать, короче. Очень прикольная тема. И еще в ней очень удобно хранить... Кстати, нет, вряд ли в нее, конечно, влезет баллон, но надо попробовать. Мне прям интересно. Не, по итогу баллон в нее не влез, хотя он подходит для... практически идеально. Вот, но это баллон красочки Люксус. А у нас есть тамиевские баллоны, и вот они подойдут... И вот они подходят стопроцентно и шикарно. То есть вот у нас разделительные черты. Они просто залетят уверенно, так что прикольная тема это все. Комната она елка, модели, распорка аджиги. Нормально, короче. А, блин. Прикиньте, забыл, на какой я этаж выхожу. Надо спать, ребятушки. Завершение серии «Будни моделиста». Вот. Я пойду чистить тачку от снега, потому что снег так падает, 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 падает. И, короче, вообще жопа. Сейчас идем чистить тачку. Идем чистить тачку. Вот. А потом уже закончим эту серию «Будни моделиста». И уже увидимся с вами на следующей неделе. Камера нас снимает, мы снимаем камеру, все нормально. Блин, что было? Погнали, пацаны. Сейчас будем, короче, тачечку чистить. Потому что ночью, скорее всего, опять пойдет снег. И, короче, не очень круто. Потому что, с одной стороны, это, конечно, круто. Потому что там жига-дрифт, все дела. Он, кстати, у нас в этом году прям хорошо так развит. Вот. Но прикол в том, что машину-то нужно чистить каждый день. Поэтому это палка о двух концах, ребятушки. Время рассуждать про философию. Думать о том, что происходит в этой жизни. Какой смысл бытия, познай всю сущность существования. О, да. Чё вам эта игра симулятора Вана от первого лица, пацаны? Нормально, нет? Хоба. И, короче, чистим вот так вот. Опа, блядь. Опа, нахуй. Красота. Опа, опа. Хоба. Красивые кадры, ребятушки, прямо сейчас. На самом деле, время 2 часа ночи. Завтра мне в Шарагу. Я уже не помню, когда на своем последний раз чистили машину. Завершение серии «Будни моделиста» максимально такое, знаете. «Будни моделиста» вообще, это, знаете, это жизнь. Вот как, собственно, она проходит. И, точнее, собственно, вот как она идет, я так это и снимаю. То есть, собственно, тут не какие-то гипер-мега неебические события. Тут вот только вот то, что есть, собственно говоря. Вот, ну, естественно, если какие-то такие крутые события есть, я их тоже для вас снимаю. Вот, ну и, собственно, ну, большинство здесь это как бы просто вот то, что я делаю, повседневные мои занятия, собственно, вот я здесь и снимаю, ребятушки. Поэтому «Будни моделиста» это такой, так сказать, daily vlog, точнее, every week vlog получается. Вот, поэтому сейчас я, ребятушки, уже практически дочистил все. Надо щетку уже убирать. Вот, давайте обстучим ее в колесо и пойдем убирать щетку обратно. Вот. Ну ладно. Вот. Помните мой ключ в виде BMW 36? Он до сих пор жив. Вот он. Ребятушки. Вот он. Работает шикарно.
Вот, у нас, короче, вообще в подъезде ремонт сделали лютый просто. Сейчас давайте обзор на ремонт прямо сейчас. Под конец свечка. Во-первых, домофон, ноу-хау, пиздец. Открываем. Хова. Пластиковая дверь. Стекло. Покраска, вообще пипец. Сейчас. Опа. Хоба. Ящики новые, ёкарный бабай. Батарея. Чё тут ещё? Каналы, блядь. Просто вообще жесть, ребят. А еще вон камеру установили, короче. Вот кнопку покрасили, все. Цифры. Счетчики поменяли, ребятушки. Вон счетчики новые висят. Вот, короче. Вот камера тоже. Вот наклеечка. Короче, падик отремонтирован, вообще в идеал. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Иван Бунин, на сегодня с вами всем пока. Это была серия Будни Модериста. До скорой встречи. Следующая серия выйдет уже совсем скоро. Ну а сейчас всем спасибо, всем пока.